театральных, и они не то что вот рассказывают все, как есть в фильме, они воссоздают ту самую атмосферу. И именно в атмосферу фильма, который, я думаю, многие из вас смотрели, маленькой бедной девушке, которую отдают в услужение опытной гейше. Вау, именно эта атмосфера нас сегодня ожидает. И уже можно готовиться, выходит следующая команда. Это ученицы Анны Артемовой. И, конечно, фильм, который повествует о том, что, ну, любовь, она просто существует. Ее нельзя ни купить, ни заставить, да. И фильм этот называется «Мемуары гейши». Ученицы Анны Артемовой, аплодисменты! Давай. Спасибо моей маме, спасибо моему папе за то, что сейчас я стою на этой сцене. Самое главное, большое спасибо студии 9 залов за то, что у нас есть возможность выходить, танцевать, показывать свое творчество. Очень всех вас люблю. И хорошего вечера сегодня. Все,
еще, а еще, Аня. Это любовь, это любовь. Аня, я хочу дополнить твою речь. Давай почтим Snoop Dogg, который говорит. Snoop Dogg, вы знаете знаменитую фразу Snoop Dogg? Этот великий философ, ну, Snoop Dogg с косичками. Он сказал, я хочу поблагодарить себя за то, что я верил в себя. Никогда ничего не бойтесь, жизнь одна, кайфуйте! Вот о такой речи сегодня я мечтала. Спасибо, Аня и ученицы. Ну, Оскар, куда Оскар без речи? Ну, правда, да? Мне кажется, тут все сложилось у нас для этого. И сейчас мы сменим немножко тональность. В этом заключается прекрасие наших концертов. Мы переходим от одного регистра к другому, от веселья к какому-то возвышенному творчеству и так далее. Сейчас будет фильм.